И, в общем-то... Вы на Кавказе были? Да, была. Когда? И где? В Дагестане была. Ну, там, ну какие там? Ну, там есть какие-то ограничения. Ограничения? Там тот же самый интернет есть. Ну, да, ну слушайте, ну, все они отличаются, хочу. Женщины, ну, все как? Равно, ну, там и тут. Они отличаются, но это все в доступе. Все, ну, меняются, да. Меняются, все меняются в мозгах. Я согласна. И если кто-то одел маску, ну, это еще не значит, что... Согласен. Это еще не значит, что это, да. Поэтому это все выглядит... Ну, как-то так вот, как всем это показано. Ну, на самом деле, в головах там у людей другое. Понятно. Все творится и происходит. Так же, как ну, у нас в российских головах вообще не хорошо, понятно, что делать? Что творится. Значит, это мужчина допускает женщине... Да это не мужчина женщине допускает. Это родители неправильно воспитывают своих детей. Причем здесь мужчина и женщина. Ну, мужчина в семье, который дочь изначально... Мужчина в семье. Ну вот я же говорю, ему дали право выбора дороги, а он не занимается. Он не знает, где себя найти, а у него семья и дети. А он сам не понимает, для чего он семью создал. Ну потому что вот все создают, и мне так хочется. Вот увидел кого-то, она увидела, давай, ну все, встали. Ну что, ну а... И их родители, они куда смотрели, что делали. Если раньше, ну, как-то порядок был там, школа, еще что-то, дальше образование. То сейчас, вот сейчас взять нынешнюю молодежь, что у нас происходит в школах? Мальчики сидят, Инстаграм смотрят, шеи дуют. Девочки сидят, Инстаграм губы дуют, да, перед мальчиками. У них есть время в школе учиться, получить какие-то знания. После школы что у нас идет? Либо училище, секция. Либо институт. А, институт, ну... Да, поступить, как бы дальше образовываться. Ну, вот возьмем, цели. К примеру, мальчиков. Угу. Отучился, он не хочет в институт там идти, там 9 класс пошел, училище закончил, дальше армия. Все, он прошел, он как мужчина, он уже... должен дальше, все, перед ним подвелась такая черта самостоятельной жизни, все, устраиваться. Он готов. А что, чем он готов? У него ни знаний, ни жизненного опыта, ни образования, ничего нету. Почему? Да потому что он просидел, когда ему говорили все, учись. Он сидел, смотрел в Инстаграм, шею напрягал. Вот и получается у нас, что люди вырастают озлобленными на тех, кто учился, тех, кто слушал и пошел дальше работать. И тех, кто что-то достиг. И, конечно, и вот они сидят, и я могу, я это, я то. А что ты можешь? Что-то я ничего не умею, вы мне дайте посадите, я на месте научусь. Да ты туда, если сядешь, ты все обвалишь, всю систему испортишь. Поэтому лучше иди дальше, напрягайся. И вот все ходят, напрягаются друг перед другом. И недовольны властью. И самое главное.